Так, наконец-то каждый раз для меня проведение лайва, мы постоянно каждый раз его пытаемся улучшить, какие-то фишечки добавить. И поэтому надо каждый раз новый проходить чек-лист. Друзья, скажите, как меня слышно, как меня видно? Кто уже нас смотрит, поставьте, пожалуйста, плюсики, либо как-то отреагируйте. Все, прекрасно, прекрасно. Так, еще кто-то, кроме Александра? Супер. Хорошо, мы будем начинать. Кто присоединится к нам позже, тот может посмотреть наш лайв в записи, в видео, потому что он будет на странице в группе. И давайте я представлюсь. С многими мы с вами уже знакомы, с кем еще нет. Тогда меня зовут Андрей Матяш, я управляющий партнер компании FAB. Наша компания занимается юридическими и финансовыми услугами для IT и e-commerce бизнеса. И особенно мы глубоко и давно специализируемся на Амазоне. Даже в прошлом году Amazon нам дал статус Quality Service Provider, за что ему отдельное спасибо. Итак, сегодня у нас будет лайв, который посвящен теме налогов именно американских компаний и связаны с Амазоном, конечно же, в первую очередь в США. Итак, я думаю, что у нас лайв будет длиться порядка 40 минут. Я постараюсь как можно четче дать вам информацию и в конце ответить по традиции уже на ваши вопросы. Так, сразу скажу, ребята, на вопросы я буду отвечать в конце, дабы не читать и не сбиваться. Окей. И сегодня у нас будет немножко необычный лайв, потому что у него будет две цели. Первая цель – это же, конечно, дать вам полезную информацию, ценный контент, который вы сможете использовать в своем бизнесе. И второй – это получить как можно больше вопросов от вас, потому что мы сейчас готовим ряд статей, которые касаются американских компаний, налогов с Амазона, возможно, некоторых моментов по налоговой оптимизации, где это можно сделать. И ну, все, что с этим будет связано. Поэтому я постараюсь на лайве ответить на ваши вопросы, но те, которых я не успею, либо же, например, там они будут требовать какой-то дополнительной подготовки, я попрошу, чтобы вы их написали. Они обязательно войдут в цикл наших статей, и таким образом вы поможете нам сделать ну, наши статьи более полезными, более интересными, в первую очередь, для вас. Итак, с чего мы начнем? Начнем с важного момента. Это в том, что когда мы открываем бизнес, ну, например, давайте будем говорить о США здесь в конкретном примере, то нам всегда нужно обращать внимание на две составляющие. Это где мы бизнес открываем, в какой стране, грубо говоря, налоговым резидентом какой страны будет являться бизнес, и вторая, налоговым резидентом какой страны будет являться собственник. Потому что очень часто возникают налоговые сложности, переплаты налогов, либо же штрафы, ну, уйма разных вещей по той причине, что мы одну часть посмотрели, например, как открыть компанию там, в США, на Кипре, в Великобритании, посмотрели, какие там налоги. Ну, вроде бы все понятно, окей. Но мы же бизнес открываем там для того, чтобы получать прибыль, для того, чтобы потом пользоваться плодами нашего бизнеса. Поэтому очень важно смотреть и на вторую часть, где
налоговым резидентом какой страны мы являемся и где мы будем платить налоги, когда получим дивиденды, либо же когда получим доходы от данного бизнеса. Сразу говорю, мы сегодня будем обсуждать налогообложение компаний и доходов, либо же дивидендов от этих компаний. Итак, краткий очень экскурс в налоги. Значит, в США тема налогов в США является, наверное, одной из самых больших, либо же огромных тем. Потому что где-то даже встретил какую-то статью код налогового юриста в США, и там речь шла о том, что налоговых правил в США настолько много, что даже если все собрать вместе и читать с той скоростью, которой читает человек, то это займет порядка 40 лет. Почему так происходит и почему их так много? Потому что в первую очередь в США существует трехуровневая налоговая система. Первый уровень – это уровень страны, либо же федеральный. Второй уровень – это уровень штата. И третий уровень – так называемый уровень каунти, грубо говоря, как район у нас. И есть налоги, которые платятся на нескольких уровнях сразу. К примеру, налог на прибыль, его нужно платить на федеральном уровне и на уровне штата. Поэтому, когда вы выбираете компанию, выбираете место регистрации этой компании, эти факторы нужно учитывать. Каунти здесь, он больше будет относиться к налогам к недвижимости и к физическим лицам, которые живут именно в том либо ином районе. Поэтому так как есть трехуровневая система, говорить о том, что существуют офшорные штаты, я очень много встречал статей по этому поводу, либо к нам клиенты приходили, говорили, что мы хотим открыть компанию в том штате, где не нужно платить налога. В США таких штатов нету. Почему такая история есть, откуда идет этот слух? Ну, идет по той причине, что в некоторых штатах налог на прибыль на уровне штата, он просто отсутствует. Ну, к примеру, это Невада, это Флорида для физических лиц, и это Делавер. Есть еще ряд других, но мы работаем именно с этими штатами, у нас больше понимания, знаний именно в этих штатах. В Делавере есть, конечно, такая хитрость, они когда-то сделали такой ход конем. Они убрали налог на прибыль на уровне штата, и у них его по сути нету. Но вместо него они ввели другой налог, который называется франшизный налог. Он платится, он фиксированный, $300 платится ежегодно. Поэтому некоторые штаты, у них нет налога на прибыль на уровне штата, но они могут его заменить каким-то другим налогом. Поэтому, если мы говорим о штатах, и вы там планируете открыть компанию, смотрите на те штаты, где просто будет меньше налогов. Ну, наверное, один из наших любимых штатов, с которыми мы работаем, это Флорида. Просто туда, кроме всего прочего, туда еще приятно прилетать, потому что там большую часть времени тепло. Так, это дальше. С какими налогами, если мы ведем бизнес, например, на Амазоне, с какими налогами в США мы можем столкнуться? Ну, в первую очередь, это два основных налога. Это будет налог на прибыль, и это будет sales tax, либо же налог с продаж, как его еще называют. Но вот какие изменения произошли? Я начну сейчас по sales tax, потому что именно поэтому в этом налоге прошло довольно много изменений за последние несколько лет. Ну, наверное, самое приятное, что может быть, это то, что Amazon
начал налог этот собирать сам. С начала прошлого года он начал договариваться с штатами, штаты вносили у себя на законодательном уровне изменения, потому что sales tax – это налог уровня штата, он в каждом штате платится отдельно. У каждого штата свои правила, свои требования, даже формы, которые подаются, иногда отличаются. И поэтому Amazon начал договариваться с штатами в том, чтобы ему разрешили платить, собирать этот налог самостоятельно. До сих пор еще идет некоторые договоренности с штатами, но вот на сегодняшний день sales tax есть в 45 штатах, и в 41 штате Amazon уже собирает данный налог. Единственный штат, который остался, это штат Флорида. Там почему-то закон вносят на рассмотрение, но его постоянно отклоняют. Уже так уже практически полтора года идет такая вот эпопея с sales tax в Флориде. Поэтому для продавцов это вообще очень классная, удобная штука. Не надо администрировать этот налог, не надо его платить, собирать, платить бухгалтерам, заморачиваться еще с этим. В 41 штате Amazon это делает уже сами. Я считаю, это прекрасно, потому что это просто удобно. Потому что когда мы начинали несколько лет назад с данным налогом, то администрировали продавцов, которые там в 10-15 штатах собирали данный налог. Это довольно-таки геморройное было дело. Итак, это то, что касается sales tax. Теперь остался второй налог. Это налог на прибыль, либо же income tax, еще называют его. Здесь уже будет немножко идти отличие в зависимости от того, какой тип компании мы выберем и какую форму налогообложения мы выберем. Ну, вы наверняка уже знаете, что для нерезидентов в США доступны два типа компаний. Первое – это LLC, и второй тип компании – это корпорация. Но для нерезидентов доступна именно корпорация типа C, либо же C-Corp, как ее еще называют. По поводу корпорации, несколько в прошлом году, в начале прошлого года, если мне не изменяет память, были в США были изменения, где раньше налог был, слово вылетело из головы, чем больше сумма, тем больше была ставка налога. В прошлом году были изменения, и налог стал 21%. И теперь уже несколько лет, как корпорации, налог на прибыль все платят по стандартной ставке 21%. Поэтому если у нас, если вы выбрали тип компании корпорация, то вы с прибыли компании будете платить 21%. По общему правилу данный налог платится один раз в год по результатам года, по результатам подачи годовой налоговой декларации. Дальше. 21% заплатила корпорация, потом мы выплачиваем себе дивиденды. Для чего же мы тогда работаем? И вот с дивидендами здесь становится уже интереснее, потому что так как дивиденды – это доходы, которые получены из источников США, и дивиденды получает нерезидент, то с этих дивидендов будут тоже уплачиваться налоги. И здесь они могут быть, в зависимости от того, резидентом какой страны вы являетесь, налоги могут быть от 15% до 30%. Если же вы резидент Украины, России, Беларуси, то здесь мы выходим в 15%. Итого, мы заплатили 21%, мы заплатили 15% с наших дивидендов. Итого, мы имеем 36% с прибыли, которые нам необходимо заплатить. Дальше.
между Россией и США, между Украиной и США подписаны соглашения о избежании двойного налогообложения, поэтому здесь немножко проще. Между Белоруссией и США тоже есть, но у нас пока нет таких глубоких знаний и пониманий. У нас сейчас есть несколько запросов с ребятами из Белоруссии, где мы разбираем доход в США, как он должен налогооблагаться именно по правилам, требованиям налогов в Белоруссии. Так вот, если мы говорим об Украине, либо же России, то здесь будет задействован как раз уже закон об избежании двойного налогообложения, так называемый Double Tax Treaty, который говорит, что нельзя с одного налога, с одной суммы прибыли два раза платить налоги. То есть, если мы заплатили с дивидендов в США, то мы можем вычесть сумму этих дивидендов, которые мы будем обязаны платить у себя в стране. В Украине ставка налога на дивиденды, полученные от иностранных компаний, 2 года назад была уменьшена. Если раньше она была 18%, то теперь она 9%, ее в половину уменьшили. Но мы помним, что в Украине еще есть налог, есть еще военный сбор 1.5%, поэтому сумма дивидендов, которые мы получаем от иностранной компании, мы должны заплатить 9% и 1.5% военный сбор. Но так как у нас налог уже в США уплачен, мы уплатили там 15%, то тогда в Украине надо платить 9%. Получается, что мы в Украине ничего платить не будем. Единственное, что мы должны оплатить военный сбор 1.5%. Соответственно, готовим, подаем декларацию, указываем сумму дохода, платим военный сбор. В России ситуация аналогичная, там нет налога на дивиденды от иностранных компаний, там просто это будет налог на доходы физических лиц, который составляет 13%. Итого, если мы заплатили в США 15%, в России надо платить 13%, поэтому 15 больше 13, поэтому платить ничего не нужно. Вот. Это история с дивидендами, которая касается американских компаний. Но смотрите, этот важный момент, если есть все документы, которые подтверждают то, что налоги уплачены, и эти документы, они соответствуют требованиям налоговой, куда вы будете подавать декларацию. В России еще существует так называемый закон КИК, закон о контролируемых иностранных компаний. И не забывайте, если вы открываете компанию в другой стране, закон вас обязывает уведомить об открытии такой компании и ежегодно подавать отчетность по тем доходам, которые вы получили от такой компании. Штрафы за неподачу довольно существенны, но, конечно, смотря с чем сравнивать. По-моему, штраф за первую неподачу 50 тысяч рублей, за следующую неподачу 100 тысяч рублей. В Украине закон КИК до сих пор еще находится на подписании президента. Ни для кого из экспертов не есть сомнением то, что этот закон будет подписан, потому что это уже требование времени, его долго вынашивали, причем подала его в парламенте пропрезидентская фракция, поэтому, я думаю, его подпишут. Единственное, что в связи с карантином, в связи с вот этими ситуациями, которые происходят сейчас во всем мире, есть вещи поважнее, но то, что его подпишут, это будет однозначно. По поводу закона о КИК в Украине у нас было отдельное видео, у нас статья есть в блоке по этому поводу. Но сразу скажу, пока что требования в Украине уведомлять налоговую о том, что есть иностранная компания, такого нет. В будущем, уверен, такое требование появится, но самое неприятное в том, что там очень большие штрафы. Там штраф за неподачу порядка 1,7 миллиона гривен,
за повторную подачу там порядка 4 миллионов гривен. То есть там просто космические суммы. Так. И это мы проговорили по поводу корпорации. То есть корпорация, она характерна тем, что там налог на прибыль, пока она дойдет к нам, будет платиться два раза. Первый раз это на уровне корпорации 21%. Второй раз, когда выплачиваются дивиденды. Третий раз еще может возникнуть, если вам в вашей стране резиденции с этих дивидендов необходимо заплатить налоги. LLC. LLC довольно интересная форма. Форма компании, ее называют еще прозрачная форма. И вот самое интересное, что если корпорация, она и регистрируется как корпорация, и налогооблагаться будет как корпорация, то LLC, у нее есть варианты для выбора. То есть компания может быть зарегистрирована как LLC, а в налоговой, когда мы будем становиться на учет и получать налоговый номер, мы можем выбрать, либо мы будем налогооблагаться как LLC, либо же будем облагаться как корпорация. По моему мнению, самая простая, самая удобная форма – это LLC с одним владельцем, либо еще называют его Single Member LLC. Single Member LLC, да, извините. И здесь она называется прозрачная форма. Почему она называется прозрачной? Потому что компания сама, она налог не будет платить, особенно если там есть один владелец. Налог будет платить уже само физическое лицо, которое владеет этой компанией, потому что прибыль компании считается доходом физического лица. Почему я считаю, что эта форма наиболее оптимальная? Сейчас мы поговорим об этом детально. Первое. Если у вас, если вы выбрали LLC с одним владельцем, то вы налог будете платить один раз в США. К примеру, но здесь уже разница в том, что если в корпорации налог 21%, в LLC налог так, опять вылетело это слово, когда по нарастающей. Ладно, я обязательно вспомню это слово и напишу. Когда налог у нас идет ступеньками. Чем больше сумма, тем больше налог. И поэтому доход, который мы получили, прибыль LLC, это, она будет сразу являться прибылью физического лица. И физическое лицо в зависимости от суммы такой прибыли заплатит налог там, от 10 до 37%. Ну, эти деньги, это уже будет считаться прибыль физического лица, не нужно там дополнительно платить еще какие-то вещи. То есть это та прибыль, с которой вы сразу уплатили прогрессирующая. О, спасибо, ребята, спасибо огромное. Да, совершенно верно. Это прогрессирующая ставка налога. И основной момент ее в том, что будет... И у компании будет подаваться только одна декларация. Если вы не резидент, владеете LLC, будет подаваться 1040 НР для нерезидентов. По США эта часть закончена. Теперь давайте посмотрим нашу часть другую, что будет происходить в той стране, где мы являемся налоговым резидентом. Первое, это... Самое важное, что доход от LLC не является дивидендами. Это не является дивидендным доходом. Поэтому, ребята, для тех, кто из Украины, говорить о том, что вы с этого дохода будете платить 9%, ну, это неверно. Потому что это не дивидендный доход, и он будет облагаться по общим правилам. Для резидентов, для налоговых резидентов Украины это будет 18% плюс 1,5% военный сбор. Поэтому если у нас LLC,
мы получили прибыль, заплатили налог там, допустим, мы заплатили 15%, у нас там до там, 50 тысяч, к примеру, мы заплатили 15%, то тогда в Украине мы должны будем, когда мы будем декларировать данный доход, мы должны будем указать, мы должны будем доплатить 3%, потому что 15 мы заплатили, ставка 18, доплачиваем 3 плюс военный сбор. Если же вы резиденты там, других стран, например, России либо Беларуси, то у вас ставка 13%, заплатили в США 15%, а в России платить, ну, у себя в налоговой ничего платить не надо. Но опять же я говорю, это при том условии, что у вас все документы есть, есть подтверждение о том, что налог уплачен. Мы в Украине, к сожалению, сталкивались с разными вопросами от налоговой, зависит от уровня инспектора даже. Когда нам даже несколько лет назад налоговая заявила такое, нам для того, чтобы учесть данный налог в Украине, чтобы мы зачет сделали, нам надо, чтобы вы взяли в американской налоговой справку вот по нашей такой вот форме. И это реально такое было, потому что у них была инструкция, в которой говорилось, что надо прикладывать вот такую справку по такой вот форме. Ну, бред, но такое было. Еще один важный момент, который часто встречаю, часто о нем пишут, спрашивают, это говорят. А мы слышали, что если у нас single member LLC с одним владельцем, то мы можем в США вообще не платить никакой налог. Да, действительно, такая ситуация есть. Она говорит о том, что если нет экономической связи с штатами, то есть у вас там нет офиса, нет сотрудников, весь ваш доход, который вы получаете, в США от этой компании, отвлекся на вопрос, я немножко вылетела мысль. Если вы занимаетесь исключительно Амазоном, и доход у вас на эту компанию идет исключительно с Амазона, да, можно подать налоговую форму не 1040 НР, а подать форму 1120, и там еще идет дополнение к ней 5472. Это такие уведомительные формы, которыми вы уведомляете американскую налоговую о том, что пользуетесь там определенным правилом и имеете право не платить налог в США. Но здесь важным моментом является то, что вы обязаны заплатить данный налог, и вы обязаны его заплатить в стране вашего резидентства. Заполняя эту форму, вы уведомляете налоговую о том, что смотри, я налог здесь платить не буду, потому что есть такое правило, но я его заплачу у себя в стране. И, казалось бы, США пока нет обмена налоговыми данными, мы можем там подать здесь эту форму, не платить ничего в США, у себя мы тоже никому говорить не будем, тоже не будем платить. Но здесь нужно понимать, на какой вы идете риск. Во-первых, если такое произойдет, то тогда учет такой компании, мы говорим LLC с одним владельцем, наша родная налоговая может расценивать по своим правилам. И есть очень такое большое опасение, что наша налоговая будет считать не прибыль, которую эта компания получила, а будет считать доход, который зашел на эту компанию. Почему так? Потому что физическое лицо во всех странах, есть такое правило, что доход, полученный физическим лицом с источника в других странах, подлежит налогообложению в стране налогового резидентства. То есть, если у меня, как у налогового резидента Украины, есть доход, который я получил в какой-то другой стране, я его обязан задекларировать и заплатить с него налоги. Так вот, точно же такая ситуация, возможно, будет, если налоговая посчитает доход такой LLC, приравняет его к доходу физлица. Самый ключевой момент – не прибыль, а налог. То есть, все деньги, которые зашли,
мы обязаны заплатить у себя в стране налоги. Поэтому, если... Сейчас скажу такую фразу, многие, может, будут улыбаться по этому поводу, но момент такой, что если мы торгуем на Амазоне как физическое лицо, то мы обязаны у себя в стране декларировать всю сумму дохода, который нам выплатил Амазон. Не прибыль, а всю сумму дохода, потому что налог для физических лиц звучит именно как налог на доходы физических лиц, а не налог на прибыль физических лиц. Да, пока нет налогового обмена, да, пока Payoneer не участвует в налоговом обмене, американские банки не участвуют в налоговом обмене. Но мир очень сильно изменяется, очень сильно меняется. Когда-то швейцарские банки это были лучшими банками, потому что они ни с кем, никому не выдавали никакой информации о своих владельцах. Когда-то счета были не именные в банках, а номерные. Это была еще ситуация еще пятилетней давности. Сейчас это все в Европе изменилось. В Европе уже полноценно идет обмен налоговыми данными. Европа с Россией точно обменивается. Украина пока что с Европой обменивается частично и наоборот. Поэтому эта вещь, она будет развиваться. Как долго США будет оставаться таким островком информации, непонятно. Сейчас все меняется очень сильно. Поэтому я считаю, это мое мнение, если вы получаете доход от американской компании и подаете форму 1120, учтите, что налоговая в вашей стране может рассчитать данный налог как налог на доходы физического лица и собрать не с части прибыли, а со всей суммы. Это является очень важным моментом. Так, поэтому если говорить о моей рекомендации, то я бы использовал LLC с одним владельцем и подавал 1040 в США. Декларировать эти доходы в Украине или нет, я рекомендую декларировать, но здесь уже каждый будет решать сам. Потому что важный момент, нужно смотреть не только налог на компанию, которая у вас будет в стране, где она зарегистрирована, но и налог на вас, как на доходы физического лица в той стране, где вы являетесь налогорезидентом. Поэтому всегда нужно эти две вещи совмещать. Так. Ну, наверное, это основное, что я хотел рассказать, о чем хотел. Сейчас посмотрю, что-то еще может быть. Ну, наверное, это вот основная информация, которая есть. Ребята, у меня большая к вам будет просьба. Так как мы стараемся, чтобы те вебинары, либо лайвы, которые мы проводим, чтобы они были для вас как можно более полезны. Поэтому над видео есть ссылка обратной связи. Я попрошу вас, оставьте обратную связь, оставьте отзыв. Мы нигде не будем его вывешивать, он исключительно для нас, для того, чтобы мы посмотрели, где какие вещи мы, например, там недорассказали, либо же вы там хотели узнать какую-то еще информацию. Как вам вообще формат таких лайвов? Интересен, неинтересен? Потому что сейчас у нас есть такой спор внутри компании. Одни говорят, что давайте будем записывать видео, выкладывать. Другие говорят, а нет, лайвы, они все-таки более современные, более живые. Поэтому я попрошу, оставьте отзыв и дополнительно участникам данной группы будет скидка на консультацию от нас, от наших бухгалтеров. Ну, наверное, по основной части все. Теперь готов ответить на ваши вопросы.
которые... Так, читаю те, которые буду видеть сейчас в первую очередь. Так, это только в Украине, так с налогом на все поступления физлиц. Если я валютный резидент Болгарии, у меня есть налог на доходы компании всего 10%, а физлиц 5%. У меня single member LLC, в данном случае я могу просто заплатить 10% у себя и все. Михаил, я не скажу, как в Болгарии считается данный налог. Но если вы напишите нам в личку, либо же заполните форму, мы свяжемся с нашими коллегами в Болгарии, либо же свяжем вас с ними, чтобы посмотреть. Потому что здесь не совсем понятен 5% – это что за налог. Может идти. Так. Катерина спрашивает, Андрей, подскажите, какая ситуация со сроками регистрации компаний? После введения коронавируса реестры начали работать медленнее, ИАН, ITN, налоговая начала обрабатывать, выдавать тоже медленнее. Но по последней компании у нас где-то заняло где-то месяц и неделя. Где-то так это было. Так, Александр спрашивает, как посоветуете регистрироваться в Украине, по какой группе и так далее. Спасибо. Александр, это немножко другой вопрос. Мы сейчас говорили про компании. Вы же, судя из вопроса, если спрашиваете о группе, то вы спрашиваете по поводу ФОПа, физлицо предприниматель. Если вы планируете получать доход из-за рубежа, тогда это только третья группа на это подходит. Причем месяц назад в Украине приняли закон, где увеличили для ФОПа эту норму. Если раньше она была 5 миллионов, теперь она стала 7 миллионов гривен в год. Поэтому теперь мы на ФОПа в Украине можем получать больше суммы. Ну вот как связать ФОПа, если у вас есть ФОП, либо же ИПП, так чтобы все понимали, с компанией в США, то здесь есть ряд таких вопросов, которые нужно на них смотреть. Потому что, чтобы не было этой операции между... Если вы со своей компанией платите себе на ФОП, это могут быть операции между связанными лицами. Такие операции могут быть как в США, так и в Украине при приравнении к выплате дивиденда. Ребята, к сожалению, я почему-то не могу увидеть все комментарии, почему-то только вижу верхние, поэтому буду стараться отвечать на них. Сейчас мне коллеги подскажут, я тогда посмотрю, отвечу на все. Так, Виталий спрашивает, при выборе формы sole proprietor LLC, резидент США, при отсутствии офиса и сотрудников США, может не платить подоходный налог в Штатах. Соответственно, подается форма о том, что платить будет в стране своего резидентства. А каким образом он должен отчитываться в РФ, по какой форме ТТТ отчитываться в РФ, с какой суммы оплачивается подоходный налог? Смотрите, здесь как раз то, вот, о чем я говорил. Если же мы в США отчитываемся, подаем форму, что мы не будем платить налог в США, тогда наша налоговая может посчитать доходом физлица не ту прибыль, которую мы сами посчитали, указали себе, а весь доход компании. Вот это вот важный и ключевой момент. Вот именно почему я сторонник того, чтобы заплатить там, потому что у нас тогда есть в США декларация, где показано, вот доход мой в США, я заплатил с него такой налог. И показываю его у себя в стране, говорю, смотрите, вот я заплатил в Штатах, между Штатами и моей страной есть
договор об избежании двойного налогообложения, поэтому все здесь будет, я платить не должен, либо доплатить там тот кусочек, который в вашей ситуации нужно будет оплатить. Так, обязательно ли, Катерина спрашивает, обязательно ли компании иметь счет в банке или можно использоваться Payoneer? Не обязательно иметь счет в банке, можно пользоваться Payoneer. У нас большинство клиентов используют Payoneer, и у нас большинство клиентов как раз используют Payoneer, поэтому его достаточно, с него даже налоги платятся, sales tax платится, налог на прибыль платится. Это достаточно. Да, банковский счет имеет свои преимущества, такие, например, как кредитование. Поэтому, я думаю, нужно смотреть в вашей ситуации, необходим банковский счет или нет. Потому что до коронавируса, до вот этих карантинов всех, открыть счет в банке США удаленно, ну, это была еще та эпопея. Это были либо же маленькие банки, которые открывают счет, либо же банки, которые сейчас открыли счет, а через 2-3 недели приходит информация о том, что, извините, с резидентами ваших стран мы больше не работаем. Поэтому, если же открывать счет, то ехать в нормальный банк, например, как Citi, Bank of America, и открывать там. Так, Анна спрашивает, ведет ли ваша компания налоговую отчетность одновременно в США и в Украине? Да, мы ведем отчетность. Мы ведем отчетность в США и в Украине. Ну, потому что если у вас есть бизнес в США, и вы там ведете отчетность, вы должны понимать, что вы должны отчитываться у себя в стране, потому что это прибыль, это доходы, которые вы в вашей стране тратите. Да, многие выводят разными там путями, но сейчас этих путей становится все меньше, и самое главное, что государство начинает следить за нашими расходами. А в той ситуации, которая сейчас, мы должны себе прекрасно понимать, что доходы государства сейчас очень сильно падают, потому что бизнес не работает, бизнесы закрываются, и они не платят налоги. И у многих стран будет большой недобор по бюджету. И вот в Украине сейчас приняли изменения к бюджету, где большой дефицит бюджета. Его увеличили в 3 раза. И поэтому государство будет искать разные способы, откуда наполнять бюджеты. И доходы физлиц в других странах, это будет одним из них, тот, который лежит на поверхности. Так. Извините, не могу прочитать ваше имя. Джинхандир, наверное. Извините, если неправильно прочитал. Андрей, подскажите, пожалуйста, чтобы продавать на Amazon США, в какой стране выгоднее открывать фирму? Это, наверное, один из первых вопросов, которых нам приходят ребята и спрашивают, а где мне открыть фирму? Здесь на самом деле мы стараемся подходить от клиента. Смотрите, какая у него ситуация, резидентом какой страны он является, какие у него есть еще там пожелания, либо же требования. Возможно, у него есть бизнес еще в какой-то стране. И уже исходя из этих требований, уже тогда ему открывать компанию. Потому что, ну, например, для того, чтобы продавать на Амазоне в США, можно. Компания в США, компания в Европе, Великобритания, Эстония, Кипр, Эмираты, Гонконг, Панама. Кстати, Панама, важный момент, это единственный офшор, единственная безналоговая страна, которой Amazon разрешает открыть аккаунт и торговать. У нас есть клиенты, которые торгуют с Панамой. Не всем подходит, там есть свои определенные особенности с регистрацией такой компании и там сопровождением, но так оно есть, некоторые используют. Поэтому сказать, что есть какая-то идеальная страна, не знаю. Наверное, если мы говорим об американском Амазоне, логичнее открывать американскую компанию, потому что все-таки тогда и Амазон, и компания будут в одном правовом поле, и у американской компании будет больше возможностей по сравнению с компаниями из других стран. Так,
Катерина спрашивает, если компания партнерка, два лица, уже имеющих продающие аккаунты на Amazon, целесообразно использовать для компании так называемое контактное лицо, как это правильно сделать? Катерина, как бы так ответить, чтобы более четко. Катерина, если возможно, вы нам заявку оставьте по этому вопросу, либо напишите мне в Facebook. Просто здесь надо несколько уточнений сделать по этому вопросу, и мы завтра свяжемся и более детально проговорим данный вопрос. Так, Александр спрашивает, как можно создать инфраструктуру для того, чтобы создавать потоки компании плюс аккаунты Amazon США, раскачивать их и продавать затем как бизнес? Ну, давайте так, может быть, для вас будет откровение, потому что не всегда покупатели берут компанию с аккаунта. Например, очень часто для меня это было открытием, когда просто покупают листинги. Да, такое тоже есть. Ну, если так очень просто ответить, просто разные люди на разные компании, на разные аккаунты, чтобы было минимально каких-то там связей, либо же каких-то моментов. Так, ребята, смотрю, вопросов больше не вижу, и у нас заканчивается время. Если же у вас остались вопросы, ребят, сверху видео есть ссылка, можете ссылка на форум, где вы можете оставить ваш вопрос, наши эксперты свяжутся с вами и ответят более детально, либо же развернуто. Я благодарен всем за то, что вы за то, что мы были вместе сегодня. И надеюсь, данная информация, которую я вам рассказал, она была полезна. Ребят, огромная просьба, вот форма сверху, там вы можете оставить и вопрос свой, и дайте, пожалуйста, нам обратную связь по лайву. Что было полезно, что бы вы хотели еще услышать. И мы тогда либо вам постараемся каждому ответить, и данные вопросы мы включим в статьи, в серию наших статей по американским компаниям и налогообложению для того, чтобы у вас, у ваших коллег была доступная, понятная информация, с которой вы можете работать. На этом все. Всем хорошего вечера и до новых встреч. Thank you.